Наказание за занятие высшего положения в преступной иерархии предусматривает от 8 до 15 лет лишения свободы и штраф до 5 миллионов рублей. Президент России Владимир Путин подписал закон об уголовном наказании для воров в законе. Документ опубликован на официальном портале правовой информации. Закон, автором которого выступил сам Путин, вводит поправки в УК и УПК РФ, вводится уголовная ответственность за факт лидерства в преступной иерархии, СТ 210,1 УК РФ. Наказание за это предусматривает от 8 до 15 лет лишения свободы и штраф до 5 миллионов рублей. Ранее законники, будучи лидерами организованных преступных группировок, зачастую уходили от наказания, пояснили в Госдуме. За создание или руководство преступным сообществом предусматривается наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 20 лет и штраф до 5 миллионов рублей. За участие в собраниях руководителей ОПГ – лишение свободы сроком от 12 до 20 лет и штраф до 1 миллиона рублей. Преступления, совершенные лицом высшего положения в преступной иерархии, будут наказываться лишением свободы сроком от 15 до 20 лет со штрафом до 5 миллионов рублей. При этом лица, которые добровольно вышли из состава ОПГ и начали сотрудничать со следствием, смогут избежать уголовного наказания. Госдума рассматривала новый законопроект в приоритетном порядке. 14 марта было одобрено ужесточение наказания для лидеров ОПГ. 27 марта закон одобрил Совет Федерации.